Horse Tigger AS, предлагаемый с 2002 года как умная альтернатива плугу, интенсивно рыхлит и перемешивает почву на глубину до 35 см. Именно этими функциональными возможностями обусловлена мощность четырехрядной рамной конструкции Tigger AS и шаг следа лап 24 см. Массивная рама высотой 85 см в комбинации с особой формой стоек и лап Mulch Mix гарантирует надежное проникновение даже в самую плотную почву. Большой радиус изгиба стойки обеспечивает ей относительно малое тяговое сопротивление, а мощный пакет пружин защиты Terra Grip с усилием срабатывания не менее 500 кг не позволяет вымиляться в самых жестких условиях. Защита Terra Grip второго поколения является абсолютно необслуживаемой и не имеет ни одной точки смазки. При встрече с непреодолимым препятствием стойка может подниматься на максимальную высоту 300 мм от значения нижней точки глубины хода лапы. Таким образом, Tigger AS обладает всем необходимым арсеналом средств, чтобы эффективно разрушать многолетние уплотнения почвы на глубине 30-35 см. Отвалы на стойках Mulch Mix служат для контроля потока почвы в подрамном пространстве машины. Они имеют, по сути, тройную функцию — защищают стойки от лишнего износа, уменьшают тяговое сопротивление машины и способствуют дополнительному перемешиванию почвы. Не требуют обслуживания и выравнивающие диски, монтированные за зоной стоек. Задача выравнивающих дисков — предотвратить образование гребней из почвы и растительных остатков или создание борозд и подготовить уже частично выровненную поверхность для хода катка или почвоуплотнителя. Для разных условий и типов почв Tigger можно оснастить разными вариантами катков. Наиболее универсальными являются следующие варианты почвоуплотнителей. Колесный почвоуплотнитель диаметром 78 см обеспечивает Horse Tigger оптимальное прикатывание на легкосуглинистых или хорошо гумисированных почвах. Колеса диаметром 1 метр с большей площадью пятна контакта, не позволяющие почве с высокой текучестью накапливаться перед катком, образовывать так называемые волны, рекомендованы для легких песчаных почв. На тяжелых почвах колесный почвоуплотнитель используется, как правило, в комбинации с чугунным кольчато-шпоровым катком топ-ринг, задача которого — дополнительно крошить грубые комья почвы и дополнительно выравнивать пространство между следами колес почвоуплотнителя. Horse предлагает также эксклюзивные варианты двойных катков. Двойной каток открытого типа Double Roll Pack с диаметром колес 62 см. Отличается своей проходимостью и обладает высоким эффектом крошения и выравнивания. Другой вариант двойного катка — Steel Flex, позволяющий добиться как равномерного по глубине уплотнения, так и получить идеально выровненную поверхность поля. Steel Flex, как уже следует из названия, это комбинация тяжелого стального катка закрытого типа Steel Disc для интенсивного прикатывания и крошения тяжелых почв и открытого катка Ring Flex для полостного уплотнения поверхности на глубину 5-10 см. Каток Steel Flex рекомендован для применения на средних и тяжелых почвах, склонных к образованию грубой структуры. Еще одним дополнительным инструментом Tigger AS является навесная сеялка Pronto TD, оснащенная сошниками турбо-диск третьего поколения и бункером объемом 2000 литров. В таком варианте Tigger AS возможно глубокое рыхление, интенсивное перемешивание, сплошное прикатывание и посев за один рабочий проход агрегата. Если вам не нужно сеять, ну что ж, отцепить Pronto TD — это дело считанных минут. Как говорят в Horse, производительность и точность — это залог успеха.